Добрый день, дорогие садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. Сегодня не совсем обычное видео, и меня можно поздравить у нас с открытием нашего первого розничного магазина «Нетипичный фермер». Конечно, открытие розничного магазина – это предсказуемый следующий шаг, но не все бывает так просто и гладко. И на розницу нужны были тоже финансовые вложения, поэтому мы, конечно же, открылись, но магазинчик такой маленький и уютный. Но несмотря на это, у меня здесь именитые гости. Очень приятно, что блогеры нас поддерживают и пришли поздравить. Света, Оль, спасибо вам большое. Я надеюсь, нетипичный фермер будет развиваться и открываться в каждом городе нашей большой страны. Ура, нетипичный фермер открылся. А мы ждем нетипичный фермер в Саранске. Что же у нас есть в розничном магазине? Конечно, будем расширяться. Вот открыли, как смогли. Это вся линейка нетипичного фермера. Продукция компании Steam Garden. Это наши микробиологические препараты, удобрения. Конечно, наши нашумевшие уже питательные растворы. Кстати, лидер продаж сегодня. Наши друзья. Я всегда очень рада и благодарна, что работаю с такими классными и крутыми компаниями, как агрофирма-партнер, Цион, Organic Mix. У нас представлены другие семена, то есть это не только семена от нетипичного фермера. Спасибо, что идете этот путь со мной, я вас всех очень люблю. Посмотрите, у нас тут ажиотаж вокруг семян от нетипичного фермера. Смотрите, производству чуть больше года, и смотрите, какой уже у нас широкий ассортимент. Очень этим горжусь, что каждый сорт, каждый гибрид я выбрала сама. Не просто выбрала, а вырастила, и выращиваю некоторые томаты годами. Вы знаете, полосатый шоколад, зеленая тайна личинки, атомный виноград в этом году выходит, мой любимый сорт. Доктор Фрост, это я все выращиваю уже лет по 5, по 7. И мне очень хотелось, чтобы вы тоже смогли это попробовать. Сейчас у вас такая возможность есть. Смотрите, какая красотища. У нас тут растет микрушечка наша, микрозелень, базилики. Конечно, наши салатики, это то, что я выращивала в студии. Все сейчас перевезли сюда. Томаты, даже вот арбуз посадили, но что-то пока ему тут фигово. Наверное, чувствует, что растет без хозяйки. Я вас поздравляю. Светильник. Я вас поздравляю. Спасибо огромное. Вот сразу с утра и света светильником. Ой, неожиданно. Даже не думала. Ой, спасибо огромное. Вам спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.